и мне в ярость приговор жестокий. Эти слова Шекспира сегодня в 21 веке становятся актуальными. Неужели настанет тот день, когда команда «Надежда» с такими красивыми девушками прекратит свое существование? На протяжении 19 лет мы радовались, мы любили, мы переживали, мы болели, мы восхищались великолепной игрой наших девчонок. И команда, по сути дела, уже стала для нашего района, для нас родной. И все это может рухнуть в одночасье. Неужели это последние мгновения, последние встречи, которые мы будем с интересом и счастьем наблюдать? Но мы же что же? Мы же когда же за нашу команду заступимся? Давайте подпишем обращение к нашему областному правительству, чтобы оно помогло поддержать нашу команду в такую трудную минуту. Там в фойе лежат листочки, пожалуйста, будьте добры, подпишите, поставьте свою фамилию за «Надежду», за нашу радость. И позвольте поблагодарить девчонок за то, что они на протяжении 19 лет радовали нас своими победами, своей великолепной игрой. Чемпионат России по волейболу среди женских команд, высшая лига. Встречаются команды Приморчика, Приморский край, Надежда, Серпуховский район. Звучит гимн Российской Федерации. Площадка приглашается в состав команды «Надежда», Серпуховский район.
Спорт мяч.
ребята, подходи, садись. Thank you.
никакой безопасности. Одна опасность. Вот играет в волейбол, никакой техники безопасности. Падает, что-то непонятно мне. Thank you.
как меня называют. Приборочка так и играет. Thank you.
команды «Надежда» главу Серпуховского района Александра Вячеславовича Шестуна. Thank you.
Thank you.
17-й. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Она одна только играет. Молодец. Молодец. Больше никто что не играет. Thank you.
Thank you.
Эх, Москва!
Томатяна Владимировна Самьяна. Сейчас есть у нас
копаете тень, потом отбираете. Спасибо.
Oh!
дарит, дарит. Сейчас прекращается капитан, хотя бы сведет и будет вдавать капитан. Бойкот объявляет ситуацию. Играть не будет. Thank you.
остановить. Полностью. Thank you.
Да нет, так и бывает. Слишком большой разрыв. Ну, это без догоняет. Все, не наберут. К тому же они 3-4 мяча могут выдать за плюс 7.